Найт-Сити. Вчерашний подсчет трупов закончился на крепкой тридцаточке. Спонсор десятки – неистихающие уличные войны в Хейвуде. Минус один коп. Так что все готовьтесь. Полиция по этому поводу не сделает ни хрена. А вот Санто-Доминго отрубило свет. Очевидно, нетранеры снова резвятся в электросети. В Уэстбруке травма-тим отскребает от асфальта жертв очередного киберпсиха. А Пасифика? Ну, Пасифика есть Пасифика. С вами, как всегда, был Стэн. Впереди новый день в городе мечты. Приветствую вас, дорогие зрители. Добро пожаловать на канал Джонни Хоррор. С вами Джонни. Играем мы сегодня, ребята, Киберпанк 2007 на PS5. Выполняем побочные задания, квесты, ищем баги. Версии прошивки, версии патча 1.3.1. Всем приятного просмотра. Я Ариф Экбал, и с вами новости на WNS. Новые детали в деле о попытке похищения Ханака Арасаки внезапно всплыли на параде повозок Даши. Если верить показаниям очевидцев, похитители неожиданно напали в самый разгар. Так, где-то, я помню, на прошлое задание мы убили этого киберпсиха, да, получается? Вот, я буду продолжать, что он нам там оставит. Так, давайте зайдем в задание, карта, посмотрим, что можно выполнить. Что это такое? Угу. А давайте, кстати, попробуем выполнить эту дрочильную, подраться, только на своих условиях, скажем так. Если с пушкой нельзя, ну тогда уж щупальцами-то можно. Интересно, какая разница-то, блин. Они там супер кулаками фигачат, блин, с одного удара выносят. Ну чё, погнали. А чё-то тачка у нас цвет поменяла. По-моему, была желтая, если я не ошибаюсь. Ну ладно, поменял, так поменял. Ага. Ребят, если знаете, кто... То в курсе, можно ли в киберпанке ремонтировать тачки? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ванёк, Санёк, приветствую вас. Здорово. Отличное дело, отлично у тебя как. Спасибо. Мне еще кажется, тут выполнять квестов просто капец, блядь, сколько долго. Ну, в принципе, мы никуда не спешим, поэтому, может, что и выйдет там еще к этому времени. Так, куда нам нужно-то? Нам еще надо свернуть. А, ну все правильно. Вот. Санек, поздравляю тебя с прохождением кризис. Как там? А, кризис, короче.
Я смотрю, тебе игрушка в целом понравилась, да? Ремастер. Просто я играл, в принципе, оригинал, поэтому не видел смысла в покупке этой игры. Был бы ремейк бы, да, другое дело бы. Так, какие-то кругаля прям вообще, пипец. Что это такое? Так, а что нам здесь свернем? Так, вот так вот будем гасить козла. Оп. Опа. Так, мы делаем печку. Я не могу понять, что я им сделал вообще. Вы что, блин? Прибыли. Ну, тебе за это, козел. Мимо. Блин, хрена себе в упор прям. Ну да, что долго меняешь. Бля, они сами полезли, поэтому мы сейчас вас и подхреначим тут. Блин. Ну-ка, давай. Все? Или еще там... Да ладно, ты что, гонишь, что ли? Ясно. Да когда ж ты сдохнешь-то, а? Так, а что у тебя? А, ну у меня такая пушка есть. Так, прикольно, кстати, байки. А, ну это в начале такие бы был у этого дружбана у него. Так, ну чё ж, драться нам нельзя. Попробуем вот так пройти. Если, конечно, мы сюда вообще идем. Так, а здесь что такое? Окей, нет, не сюда, вот сюда идти надо. Наверх, что ли? Может, нафиг мне нужен, может. Так, дай пройти, чувак. Что-то не пойму, хоть еще уже, что ли? Ничего себе. Боевка где на крыше у нас? Нормуль. Бесполезно. Я знаю, куда буду... Я пришел драться. Который из вас мой соперник? Я. А, оба. А. Двое один за другим, значит. Так не договаривались, ну что уж. Кто первый? Не-не, ты не врубаешься. Оба этих тела — это один человек. А в смысле? Меня в глазах двоится? Я раньше близнецами был, как нетрудно догадаться. Самые близкие люди. Но вот захотели стать еще роднее. Ну вот получается два плюс... два минус один, да? Ну вот. Уменьшение. Один человек на два тела. Вот. Против правил, значит, против правил. Вообще все. 500. А вы всегда все вместе делаете? И в койке тоже? Девчонка у меня одна на оба тела. Если тебе это интересно. Неинтересно вообще. Это как? Один сверху, значит, обрабатывает, а второй снизу? Козлина ты! С понедельника по среду она с одним телом, а с четверга по воскресенье с другим. Ладно, хер с вами. Ладно, мне пофиг.
Если вдруг третий братишка объявится, могу и ему вломить. Ну что, с остроумием у тебя проблем нет. Посмотрим, как оно тебе поможет в драке. Ну что, можем начинать? Да, давайте. Давайте приступим. А, смотри как. Воу. Воу. Блин, даже аптечку нельзя использовать. Это что-то бред. Блин, меня завалит так. Бля. Так, Ладно, мне пофиг. Если вдруг третий братишка объявится, могу и ему вломить. Ну что, с остроумием у тебя проблем нет. Давай, давай. Посмотрим, как оно тебе поможет в драке. Ну, давай. Да блин, конечно, так давали. Вот еще один. Ай, блин. Возвращайся, если захочешь. Казывай недоделанный. Да пошли вы оба нахер. Не оба, я один. И, кстати, ругаться не спо... За это я вам сейчас вот так вот делаю. Даже нельзя, блядь, быстренько. Это бред. Ну, типа. Ладно, мне. Так, уболтали. Давай. Оу. А почему их не уменьшается? Вот я не могу понять. Опа. Хрена себе. Охренеть. Все, давай, отваливай. Не, пока нет. Может, криперу сгонять? Обновить как-то это все дело. Привет, Мария. Ни хрена ты, блин, вопросы такие задаешь. Мне вообще 34 года. Ты че? Нет, конечно. Странно у тебя вопросы, конечно. Так, задание. Давайте другое задание. Какое-то дурацкое. Давайте его. Так, постой, там моя точила, поэтому... Не хочется ее бросать. А что таким вопросом-то интересуешься? Ну, давно уже вернули в цифру. Но я не в цифре, у меня на диске игра есть. А так, да, вернули.
где-то, ну, пару месяцев назад. Они вроде как довели до ума практически. Ну, более-менее нормально работается. Так, куда нам там ехать-то назад? Там вроде даже дешевле, по-моему, по цифре стоит. 3 с чем-то, если не ошибаюсь. Если не поменяли ценник. А к Новому году, мне кажется, еще будет скидка. Еще дешевле будет стоить. Так, походу, приехали. Короче, у мальстрёмовцев есть риббер. Проблема в том, что она там не по своей воле. Ее держат в плену. Можешь спасти даму от этих психов? Ее брат будет тебе благодарен. Письме подробности. Ну да, почему бы нет-то? Привет. Тут у одной шельмы что-то не то с головой. Видимо, киберпсихоз. Мой клиент в опасности, его надо как-то вытащить. Буду очень благодарна, если ты поможешь. Подробности я приложила. Так, ну давай почитаем, что там такое. Блин, по стелсу ни хрена не пустили. Да. Да что-то как-то вообще быстро, блин. Уложили, как ни хрен делать. Пусть ее братану большие бабки перечисляет. Я тогда все сделаю. Привет. Тут у одной шельмы что-то не то с головой. Видимо, киберпсихоз. Мой клиент в опасности, его надо как-то вытащить. Буду очень благодарна, если ты поможешь. Подробности, да, не вопрос. Угу. Так, сейчас мы это отключим. Так, а если пройти по другому пути? С другого места? Работает. Опа. Тихо. Просто издалека не видно вообще, кто там сидел, не сидел. Так, где-то здесь с левой стороны. Чуть не пойму. Хорош. Знаешь, какая у меня новобывание? Не, нет никого. Тебе показалось. Все, дело сделано. Ты сейчас просто
знаешь неизбежное? Так, вон там еще один. Хорош. Так, а здесь у нас что? Так, это нужно. Да, это возьмем. Так, у тебя что? Ультралегкие кроссовки. У меня их нету. Ладно, возьмем, померим. Так, кто там? А, вон там камера. Тоже сейчас отключим, чтобы не мешало. Так, у нас вон там кто-то вот есть. Это я помню, да. Ух ты, гранату возьмем, конечно. Тихо-тихо-тихо, ты не видел, чувак, никого. Никого ты не видел. Тебе просто показалось. Так, хорош. Осталось вроде как двое. Так, один на улице. Блин, заметил, хренов придурок. Иди сюда. Пошел ты нахрен. Воу. Так, ну я ноги тут завалил, в принципе, поэтому мне повезло. Вот это мы возьмем. Так, фига себе. Возьмем такую штучку. Так, посмотрим, что тут у нас есть. Какие-то данные, карты нафиг они не нужны. Музончик хорош. Какой-то рок играет. Так, что-то у нас еще есть. Понятно, тут ничего нету. Так, ну походу где-то в этой комнате, да? Хорошо, посемся здесь. Не стреляй! Я знаю, ты Люси Текки. Опять все отрубилось, твою ж мать! А ты вообще кто? Ви, меня прислал твой брат, чтобы тебя вытащить. Берти? Ладно, ладно, погоди минутку. Так, блин, у нас времени нету. У нас нет на это времени. Местной аппаратуре давно пора на свалку. Надо сваливать сейчас. Раз уж ты тут, просканируй его. Ну, допустим. Давление падает, температура тоже. У него геморрагический шок. Попробую остановить. А ты перелей ему дозу синтетической крови. Ну давай, вон же он на столе, первый слева. А, все, нет. Понял. Что? Хватит, уже нет на это времени. Он мертв. Ну, конечно. Чего ожидать помощи от таких, как ты? Ты совсем ничего не чувствуешь, когда живого человека убиваешь? Прости, пойми уже, я здесь, чтобы тебя защитить. Защитить меня? Никто тебе не заплатит за его убийство. Думай обо мне, что хочешь, только пойдем уже, пожалуйста. Ладно, веди. Все, давай, сваливаем. И не тупи, давай. Так, это нам нужно взять. Будь рядом и не высовывайся.
Я так думаю, тут сейчас ребята должны подъехать, наверное. Да? Еще немного. Твоя тачка. Залезай. Не понял, в смысле. В ее, что ли, машину? Блин, я не хочу машину бросать. Такую сейчас хрен где найдешь. А, ее там уже ждут. Все. Я ж думал, блин. Люся в безопасности. Безупречная работа. Спасибо. Да, пожалуйста. О, уровень 45, отлично. Так, что там еще дальше у нас есть? По ходу дела будем дальше понять. Так, зайти на склад. Давайте сходим. Опа, это что за хрень? Артефакт что ли какой-то? Что это такое? Ход дела это баг. Не знаю, мне кажется, да, баг какой-то. Так, вот еще один мой, ребят, встретили баг. За начало игры. Что у нас здесь есть? Интересно. Так, понятно. Найти Хейла. Хейла. Ну, пусть будет, ладно. Узнаю. Где там киберпсих? Живой? Блин. Так. Мне того психа надо как-то устранить. Сейчас. На, вот тебе. Сработает, интересно. Иди сюда. Хорош. Обезвредителем. Так, что у тебя интересно есть? Это мы возьмем, а пушку мы оставим. Но она не нужна. Конечно. Можешь выходить. Вот иногда утром просыпаешься и понимаешь, день будет херовый. Нихуя не получится из того, чего Все, давай, я чувак, уходи отсюда. Надо было остаться в кровати. Ну, я свое дело сделал. До следующего раза. Я уж надеюсь, следующим не будет. Ну, если не будешь попадать в такие ситуации, то да, не будет. Так, что тут интересного-то есть, в общем? Может, какие-нибудь секретики есть? Так, это что такое? Незамеченными не проходят. И заказ закрывают. Так, вот у нас что?
Так, давайте повзломаем. Есть, хорош. Я только не понял, правда, что я взломал тут. Непонятно вообще. Ты кто? В смысле кто? Не врач? Случаем. Нет, не врач. Я прислала Реджина. Ясное дело, держит руку на пульсе. Что тут произошло-то? Хелл должен был взломать для нас один вирт. Сказал, что вроде получилось. А потом вот началось. Когда Энни его загрузила, боже, как она выла. Видимо, мозги перегорели и... Остальное ты и так знаешь. По поводу девчонки. Она погибла. Я знаю. Мы же в одной сети. У тебя не было выхода. Не бери в голову. Да мне вообще пофиг. Слушай, ты как, тебе больничку вызвать, не? Доедешь? Так, а я пока сюда зайду. Да блин. Это мы отключим сообщение. То же самое. Так, файл, список клиентов. Ну, в принципе, все. Может, что тут, в принципе, нечего делать. Так, ладно. Ну, в принципе, все, можно отсюда, в принципе, сваливать. Ничего такого, в принципе, и нету. Интересно, а у нас здесь есть ремонт машины? Хотел бы тачку бы отремонтировать. Но, наверное, нету. Купить Арчер. Нахрен нужен. Ну-ка, давай-ка сюда съездим. Джонни, здорово, Джонни, как сам, чувак? Так, узнать, где происходит. Ни хрена ж. Ух, ни хрена себе. Так, что тут такое у нас случилось, прям капец. Все в порядке? Дружище, ты чё? Спрятала десятый круг от глаз наших прародителей. Это что за херня? Видят, что-то не так. Да надо тут вообще что-то пойми, что происходит.
хрена тут, да. Мне кажется, их тут разорвало. Больше ничего такого, в принципе, тут не должно быть. Так, пушка, пушка, ухюма. Так, заломать чип, сейчас мы заломаем. Сейчас, погоди, надо посмотреть, что тут есть. Так, погоди-ка, что-то здесь есть. Это хрень. Где? Джонни, ты куда показываешь? Там, что он там? А, вот. Ха, что за говно? Не понял, что это за хрень? А, киберпсиха, все понятно. Так, чтобы обезвредить, не надо что-нибудь. А, вот, сейчас отвлечем. В смысле? Да какого хрена? Я ничего не делал, ты чё? Как ты меня заметил, бля? Воу-воу-воу, мощный тетя. Блин. Набегался, короче. Да, я заметил. Что-то мне кажется, она вообще внимания не обратила ни хрена. Подохольник! Убить его! Короче, это по скрипту происходит, короче, никак не делаешь. Упс. Опа. Оу. Тихо. Да, конечно. Не-не-не, сейчас завалит. Еще раз. Не понял. А, то есть это на арене, короче, надо с ним столкнуться. Понятно. Блин, вот хрен. Как-то она меня взбивает, я что-то не могу понять. Как? Вот ты гонишь. От чего я сдох-то, я не пойму. От чего? От электричества, что ли? Ви у нас гости. Да, я понял, у нас гости. Вижу. Да вот, поддохнул.
Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ага. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я понял. Да что тебе, а? Чуть-чуть осталось. Блин, вот может ты Джонни тоже поможешь, блядь. Да, он съебался, козел. Так, это нам надо, да. На вот тебе, на подачку. Хорош. Только ей хватит по барабану. Не вставай, сиди там. Да, сиди, блядь. Нахер. Опа, опа, опа. Я понял, понял. Где там? Где ты? Черт тебя. Так. Тихо. А я тут. Какая-то вообще это. Блять, она там за мной бегает, тварь. На вот тебе. Стоп. Я понял, бегу. Давай, беги. Да как? Она меня задолбала уже. Да чтоб тебе. Смотри, есть какие-нибудь идеи? Может, подскажешь? Чё надо делать? Вон, завалить эту, блядь, киберпаншу. Ви у нас гости. Да. Так, это мы возьмем. Ну, чё там, уходишь? Бегу. Ага. Давай, иди сюда. Ну-ка попробуем вот так вот. Тут тварь, а? Ага. Так, я понял, сваливаю. Тихо. Где ты там? Да? Ты чё там, блядь, не пойму? Да как, блядь?
вроде как засчитывается, в принципе, да? Упс, что-то я не то. Ага. На тебе вот. Ах ты, тварь. Я понял, сваливаю, сваливаю. Ага. Оп, задело. Воу-воу-воу-воу. Сваливаем, сваливаем. Бежим, 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 бежим. Он же психованный. А, черт. Да как? Сдохни. Сдохло, да? Да, наконец-то, бля. Ух. Так, считать не данные. Сейчас мы считаем. Так, данные считайте, база данных. Нет, это вообще не то. А нахрен мне транспорт? Так, вот это что ли? Что, ну, по-моему, не то. Погоди-ка, может это? Нет, тоже не то. Фиксеры. Нет, тоже не то. Не, погоди. Что я делаю? А, вот, чипы, все. Вот здесь. Вот. Так, сломать. Так, хорошо. Сейчас ломаем. Так. Блин. Так, еще раз попробовать. Он же сам в конце получается, да? А, вот он. Так, это мы взломали. Так, давайте тогда еще один. Сейчас взломаем. Там еще вроде бы какой-то был. Блин, хренов, чтобы мотать до конца опять надо.
А здесь можно как-то все? А, во. Вот это, по-моему, по ходу дела. Так. 55-й. Блин, ну тут нету такого, блин, ни совпадения не подходит. Так, давайте еще раз сделаем. Так, и еще один, да, получается. Вот это, походу, дело. Так, где? Вот это. Угу. Так, отлично. Так, тут ловить, в принципе, больше ничего. Тут ничего такого нет в секретке. Значит, валим отсюда. Ну да, психи, что говорить. Так, но эта миссия не работает, точка это глюченная. Так, найти киберпсихопата. А здесь что такое? Так, а вот здесь на что? Угу. Давайте это выполним. Come on.
Так, ну круто приземлились. Блин, я походу делал тачку вообще даблю уже скоро. Так, проехали. Так, 5 секундочек, ребят. Так, здесь тоже обязательно киберпсиха, да? Что-то, блядь, киберпсихи у нас одни пошли. Я тоже о том говорил, Санек. Ну, что поделать там? Такие люди, хорошие, прикольные. Надо же чувство юмора врубить. Почему бы и нет? Вон там. Где? Слева, вправо. Куда идти-то, чувак? Так, где он там-то, бля? А, все, я понял. Я понял. Упс. Что-то не похоже на киберпсиха. Вообще показывает нам отсюда. А что ты там, Джонни, сидел, я что-то не пойму. Показывал в эту сторону вообще. Упс. Так, пока он не видит нас. Да блин, он прям моментально замечает. Упс. Киберпсих, иди сюда. Упс. Сори. Опа. Я понял, я иду. Иди сюда. Так. Красавчик. На, вот тебе все. Так, что там у тебя есть? Чип. Конечно, мы заберем. Бля, какие дела? Нет, такой мы не убрать. Это что такое? Мачете. Да, вот это мы возьмем. Так, и архив мы тоже возьмем. Так, остальное брать не будем. Ясно, сейчас считаем. Так, это у нас такой. Чего какого-то зарезал? Зачем вообще? Ух, ни хрена тут, блин. Так, нам не надо. Офигеть. Чуваки, а чего у вас ничего нет-то? Чего все пусто-то, блядь? У тебя что тоже пусто. Так, считать чип, окей, сейчас считаем, давайте. Не, погоди, не то. Чипик, где-то тут.
Наверное, сам опять сам в конце. Это что ли? О, хорош. Только я не уверен, что это этот. Не, нет, ребят, это не то. Надо сейчас искать еще. Так, отправить Джинни данные. Хорошо. Реджина, держи данные. Где же отправил? А, вот, все. Угу, отлично. Отличненько. Так, что дальше там? Вот сюда надо зайти. Посмотреть, что это такое. А что хоть недалеко ехать? Так, а что у нас здесь? Так, найти Макса. Максон, ты где? Так. Опа. Самодельное взрывное устройство. Отключаем. Хорош. Мы только вышли из реанимации, а эти тут как-то камень в лицо. Материал собирают. Показали нас по телеку, объяснили, что говорить, чтобы все видели, как они о ветеранах заботятся. Точно. Выдали новомодные импланты, оплатили лечение. Были даже большие шишки из совета директоров. Блин, тут везде эти ловушки поставлены. Взрывчатки. Хрена себе тут. Максон, да. Упс, упс, упс. Тихо, 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 тихо. Так, отключаем. Хорош. А потом убрали камеры и благополучно про вас забыли. Типа того. Самое смешное. Импланты пришлось вернуть. Вместо них переставили рухлядь первого поколения. Нагнули нас, конечно. Все забрали, выбросили как... Как... Я понимаю. Сочувствую. Упс. Что это было?
Так, здесь мы не пройдем, здесь, наверное. Ты из корпоратов? Отвечай, или не, братан. Я не корпорат, я от Реджины. Меня зовут Ви. От Реджины? Передай, пусть нахер идет. Тебя поручено убить. Хотя ты, наверное, и без меня это знаешь. Ага. Так-то мне тоже наплевать. Но Реджина попросила тебя выручить. Выручить меня? Да. Это ей нужна помощь, не мне. Она была гениальным репортером. Лучший. Я у нее учился. А теперь продалась. Но меня не губишь. Нет. Она была твоей наставницей? Не только моей. Она была лучшим военным репортером Найт-Сити. А потом стала фиксером. Да, говорю же, продалась. Раньше все было по-другому. Слово журналиста что-то значило. Каждый из этих сволочей был у нас под прицелом. А теперь можно доказать, что Холт пляшет под дудку Арасаки. Вот только всем насрать. Хватит уже. Пошли. Помрешь тут, и это ничего не изменит. Побег тоже ничего не изменит. Обойдусь без твоей помощи. Ты это назло Реджине? Хочешь ей что-то доказать? Нихера ты не знаешь. Ты же искатель правды. Хочешь знать, кем стала Реджина? Ради чего она сражается на самом деле? Пойди да поговори с ней. Угу. Если уж на то пошло, это для нее очень важно. Макс. Ну что, Максон, идем, нет? Я с ней поговорю. Не больше. О большем я и не прошу. Ладно. Надо только скачать кое-что. Скачай. Я подожду. Что, все скачал? Пойдем. Так, ждет машина, хорошо. Максон, ты чё там? Где он со мной идёт вообще? А, всё, идёт. А, ну типа короткий путь, ну понятно, ладно. Задним входом, угу. Максон, транспорт твой готов. Давай, братан, вали отсюда. Шофер, что дальше? Шампанское? Сигары с черного рынка? Времени нет. Поехали! Удачи, Макс. И тебе. Так, интересно, он дверь как-то открыл странно. Или не, он даже не открыл, ему открыли. Так, покинуть территорию. Окей. Спасибо за помощь. Хорошо, что этого барана получилось убедить. Теперь моя очередь с ним разговаривать. Заказ закрыт. Угу. Так, почтомате, да? Окей. Так, где моя тачила-то? Окей. Сейчас заберем. Тачка, где моя тачка? Оу. Давно на ней не гоняли.
Так, погоди, нет. Ну, неплохо. Можно было бы и побольше закинуть. Так, что у нас там дальше? Выполняем. Где-то здесь находимся, да? И что такое? Здесь нужно обезвредить преступников. Так, с преступником мы попозже будем разбираться. Давайте вот это выполним. Много тут это латиноамериканских рэпчиков закинули в последнее время. Может, с обновлением, наверное, это я просто не помню, что так песен классно пели. Прикольненькие такие песенки. Так, и что нам здесь? Найти Хвамба. А вот это, по-моему, выполняли такое, да? То, по-моему, тут ни хрена никого не нашли. Найти. Где же его найти? Тоже найти-то, блин. Единственное, может, то, что в подвале, вот это возможно. Да, я помню эту миссию, блядь, которая ни хрена не получилось ее выполнить. Так, что такое у нас? И что у нас здесь? Так, это у нас возьмем, да. О, кстати, погоди-ка. Так, это нам не надо. Стоп, стоп, стоп. Тоже не нужно. Так, погоди-ка. Может, прогресс пойдет? Нет, это мне нужно. Не, ни хрена. Ну, говорю, где-то, мне кажется, подвал. Так просто не может. Странно. Так, а наверху не может быть? Может, где-нибудь лежит, пухает? Так, эта дверь не открывается. Все показывает там по центру почему-то. Так, ты у нас что такое? Так, никто. Топ. Нет, точно не он. Нифига себе. А еще там есть. На крыше тоже, в принципе,
Вряд ли. Даже не допрыгнуть ни хрена. Короче, ладно, нет, это задание не работает, вообще непонятно ни хрена. Чё там, блядь, есть, нету. Ну, давай доберемся. Ребята, знаете, как этот квест выполнить или выполняли? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я что-то тут не особо вырубаюсь. Еще. Найти кого-то того-то, которого вообще никого нету. А просто я не вижу, я не знаю. Либо просто глюченное задание. Просто не первый раз я вспомнил, как-то тоже пробовал выполнять, но не получилось. Так, как мне туда попасть? Так, тут просто так не пройдешь. Упс, упс, упс. Я понял. Ухожу. Так, ну вот единственный вариант попробовать этот сейчас. Так, где-то там еще я видел. О, теста роста. Нифига себе. Хороший аппаратик. Упс, упс. Я понял. Камера. Так, это мы отключим. Стоп. Так, это тоже отрубим. Где-то у нас вон там, чувачело. Ага. Так, чем тебе бы отлично? Во. Блин, да как? Интересно, найдет он меня? А, нашел. Блин, хотел по стелсу пройти. Да чтоб тебя. Вот тебе и прошел по стелсу. Ай, черт. Так, я считаю, смысл-то трогать его не будем, раз он сидит. В принципе, он не мешает, он никуда не ходит, просто сидит, музон слушает. Так, тогда мы его не трогаем. Выбираем только одного человека. И все, и там постараемся зайти, там убрать несколько. Так, где-то еще. О, это что такое? Нормально вообще. Ребят, видите, это еще один баг. Почему-то вот большие случаи, все баги прям связаны с тачками. Не понятно, ну что, взлететь хотят, что ли? Ребят, вы чё? Эй, чувак, ты как там? Он вообще, короче, там, где-то в виртуальной реальности бегает в очках. Так, ладно, поехали. Я хрен знаю, где этот чел. Нету, блядь, квадрат показывает, а где его найти-то вообще непонятно. Так, где там это задание-то? Вот это, по-моему, да. Как видно, креация,
Не понимаешь? А ты подойди поближе, поймешь. Упс, тихо. Я же забыл, там что, там же камера. Так, это врубаем. Тут камера тоже. Так, ну вроде как тихо здесь. Там чувачок, он нам абсолютно вообще не мешает. Угу. Так, фургон с помощью главного компьютера. Хорошо, я понял. Это понятно. О, секреточка. Хорош. Угу. Так, у нас там много всего накопилось. Надо половину разобрать на детали, потому что освободить место. Слишком много у нас уже всего ненужного хлама. Так, вот это чё, по-моему? Воу-воу-воу-воу, я понял. Там камера. Блин, чуть не засекла. Так, хорош. Так, чувак смотрит в ту сторону, правильно? Блин. Так, какого хера? Еще что, блядь, камера? Вы что тут, блин? Так, либо проскочить по-быстрому. Попробовать. Так, либо их отвлечь чем-нибудь. А что у нас у такого есть? Нет, слишком. А, вот, есть, кстати. Что-то, мне кажется, очень ноль эмоций. Да? Ну да, как он стоял, так и он стоит. Вот это да, большое видение. Козел. Так, сейчас, погоди, мы еще сделаем. Дубль 2. Так, там другой тоже. Да хрен тебе. Хорош. Я не знаю, тебе, мне кажется, тебе показалось, чувачок. Упс. Опа. Тихо. Так, ну там камера тоже есть одна. Чё ты сказал? Упс. Упс. Блять, так камера. Так, замыкание. Блин, а? Пыль.
ты в задницу. Бля, все-таки заметили. Упс, 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 упс. Блин. Ну так хорошо начал, а. Че какого хрена? А, отсюда начались. О, слушай, клево. Так, включить камеру. Ага. Так, ты сдох. Давай. Воу, воу, воу. Так, там еще справа, да, я понял. Отлично. Так, ты следующий. Давай. Вау. Вот это нормально, прям вообще вошло. Так, это мы заберем. Это тоже заберем. Что тут у нас? Так, фургон. Угу. Так, ты кого там убила? Так, ну вроде все. Прицелы. У тебя что? Это возьмем. Так. Ну-ка, погоди. Дай мне оружие посмотреть. У меня, по-моему, такая есть пушка. Так, это мы возьмем. Готов. Тоже возьмем, пригодится. Так, ну вроде тут всех уложили. Больше вроде никого нету. Те, кто заметил, кто услышал, кто увидел, тот побежал. Хорошо. Так, через какой компьютер-то, блин? С помощью главного компьютера. Окей, а где он? С помощью главного компьютера. Мне это не нужна пушечка. Вот это мы возьмем. Это тоже возьмем.
Так. А, вот, все. Угу. Отличненько. Что в этом фургоне такого? Какие-то секретные данные, что ли? Так, ничего тут такого, в принципе, больше нету, да? Ну все, валим. Бля, что за унылая песня, а? Спасибо, заказ закрываю. Так, что у нас дальше? Так, какие дальше квестики? Так, это за них хрень. Так, что-то нужно украсть, да? Сейчас, погоди. Ну вообще, по сути, еще до хрена что все проходить. Очень много, просто много. Так, здесь мы все выполнили. Я что такое? А. Ну-ка, давай-ка сюда доберемся. Так, погоди, тачка нужна. Воу.
Так, приехали. Друзья, кто недавно зашел на поточек, всем добро пожаловать. Приятного просмотра. Играем в киберпанк, выполняем квесты, побочные задания, ищем различные баги. Все, предыдущие миссии, да. На том стриме предыдущем. Да. Помню. Ё-моё, что такое было? А, вот, отличная работа, деньги должны быть уже на твоем счету. Теперь у тебя, друзья, среди важных людей. Хорошо. А, можно прямо. Вот мы ни разу, кстати, не летали на летающих машинах, типа такси или прочее. Вообще здесь можно, интересно, так вот, потому что хотелось бы, опа, какие-нибудь здания залететь, блин, полетать куда-нибудь наверх, полазить там. По-любому что-то там есть. А мы это задание не выполняли случайно? Умный бот. Не помню такое. Так, здесь ничего такого нету. Нет. Просто припоминаю, что такое место, где мы тут гнали. А, все, я помню, понял. Тут, походу, тоже что-то не сработало. Ну-ка, сейчас посмотрим, сейчас сработает. О, деньги пришли. Круто. Так, и что тут у нас? Да, блин, не, нам не сюда, нам сюда надо. Так, ну-ка. И, ну, добрался, и что? Добраться до места, где находится сломанный бот. Окей, а что мне с ним делать-то, не пойму. Нет, мне нужно робота просканировать.
Так, система повреждена вирусной атакой. Ну, погоди. А взломать-то вообще можно? База данных. Так, это не то. Журнал, чипы. Это что такое? Нет, это не то. Да, вроде нет. База данных. Так, а что такое? Транспорт, фиксеры. Места исследования. Но это не то. Тоже не то. Нет, это не то. Не могу понять вообще. Вообще какая-то хрень. Непонятное задание вообще. Ничего не реагирует. Так, а что у нас здесь? Так, нужно спасти, хорошо. Друзья, не забывайте, большими щитами управляют при помощи эскинов. Вы глазом моргнуть не успеете, а они уже пару раз купили и продали акции на миллиарды евро-долларов. Проблема в том, что мы не всегда знаем, почему именно эскины принимают то или иное решение. Хотя акционерам это не мешает. Кому нужны подробности, если есть выгода? Давайте копнем глубже, мои дорогие зрители. Как могла Orbital Air вырасти так сильно и так быстро? Друзья мои, я вижу лишь одно разумное объяснение. Эскины ожидают резкий рост интереса к орбитальным полетам в самом недалеком будущем. Но с чего? Мировая война? Природный катаклизм разразится? Может быть, произойдет восстание машин? Бля, капец, скоро мусора, ё-моё. Этого мы знать не можем. Чтобы искусственный интеллект не нагадал на своих данных, нам он об этом, увы, никогда не расскажет. Так что прислушайтесь к голосу разума и покупайте акции, друзья. Как ни крути. А дивиденды пригодятся вам, чтобы купить билет на Луну, когда все в итоге накроется. Можно завести лошадь прямо в воду, но пить ее не заставишь. Я годами пыталась наладить связь с Иристан. Но она все время отбрыкивалась. Я уж и просила ее, и деньги хорошие обещала. Ничего не помогало. Ответ был всегда один. Я с фиксерами не работаю. Сегодня она вдруг сменила пластинку. Знаешь почему? Ее похитили Ду. Ну, я назвала технику. Может, теперь она наконец со мной подружится. Прочитай подробности. Так, ну да, посмотрим, что там. Так, спасти девчонку, да? Они тупые. Я понял. Ну что ж, пойдем спасать девчонку. Угу. Так, погоди. Ого, там сколько. Походу, его вообще ждали нас. Опа. Вау. Thank you.
Тихо-тихо. На вот тебе, блин, козёл. Так, где-то там. Ух ты! Упс. Давайте! Он почти подох! Ага. Блять, чуть не сдох. Ни хрена у него там пушечка. Да вот у тебя надо было спросить, как. Все, капец. Все, дружбан. Так, у тебя мы возьмем, у тебя тоже. Ух ты, блин. Так, у тебя ничего не будем брать. Так, а что у тебя? Все, больше ничего не надо. Так, еда мне не нужна. Что ты там сказал, упырь? Иди сюда, козёл. Так, там что-то такое. А-а-а. Так, стой там. Блин, еще перезаряжать надо. Так, красавчик. Иди сюда. На нахрен. Хорош. Так, это нам брать не будем. Бля, я хотел туда вообще зайти. Хотя там ничего нет. Так, на этой тачке мы уедем домой. Хорошо. Так, это мне не нужно. Это надо, но это надо, конечно. Угу. А, ну он походил. Так. О, ну наконец-то. Ирис Таннер, я пришел тебя вытащить. Надо скорее уходить. Я не могу тут бросить свою тачку. Она в гараже. Этого в договоре не было. Надеюсь, она у тебя быстрая. Нет, в договоре не было. И нет. А давай это будет договор между нами. Награды не обижу. Посмотрим по обстоятельствам. Сейчас, погоди. Дай-ка мне что-нибудь взломать тут нахрен. Так, что тут еще? Блять, ничего нету. А, не, есть, есть. Так, это тоже пойдет. Тоже пойдет. Блять, все, жопа пошла. Хорош. Так, погоди-ка. Ну сейчас, погоди, сейчас отвезем. Так, очки, ладно, это возьмем. Так, это тоже возьмем. Еще данных. Все, что ли? Больше ничего нету. Сейчас идем, дорогушка. Нет, эту пушку не хочу взять. Так, все, валим отсюда.
Ну, где твоя тачка? Я понимаю, это твоя машина? Поехали, ты чё? Вернуть машину. Чё-то я не могу понять, блядь, где её тачка-то? Ну, точно не вот эта хрень. Нет, не её. Так, ну это машина, Ирис. Или вот эта машина. Ну и? Ни хрена не могу понять. Ну не знаю, мне кажется, ее фургон. Больше ничего не может быть. Скорее всего, вот эта машина. Так, закрыть капот. Все, погнали. Все, закрыл. Спасибо за мою тачку. Да не за что. Почему ты раньше не хотел работать на Дакоту? Не люблю я фиксеров. Те же сутенеры, только сфера немного другая. О как. Я хочу сама решать, на кого мне работать и за сколько. А когда работаешь на себя, не нужно отстегивать фиксеру львиную долю своих кровных. Но для Дакоты ты сделала исключение. Надеюсь, первые и последние. Ну что, поедем, нет? Чё, она такая быстрая? Бля, она сесть не хочет? Я не пойму. Чё это за тупизм, бля? Ну ладно, я думаю, она дойдет. Раз она сказала за тачку спасибо, пожалуйста. Ну не знаю, что это, блядь, вообще такое. Но мне кажется, это баг. Что это вообще может быть? Машина, значит, не садится. Дополнительное задание не возвращается почему-то. Что это за хрень? Смотри, что он делает. Опа. Ну как этот, как кибер, блядь. Ну ладно, тачку вернем, и она сама придет тоже. У нас она не хочет садиться. Хрен бы с ней. Пустошь в какой-то болоте, блин. Надеюсь, так засчитает задание, а то, блядь, не хотелось бы по 10 раз это одно и то же делать. Ну что, сядешь, нет? Понятно, короче. Ей нравится пешком. Ладно. Чимай, брат. Дакота, как просила. Вот тебе и Ристанер. Сестра, не свисти, поняла?
Я тебе не сестра. Скажи, что мне сделать, и будем в расчете. Ну, вижу, вы найдете общий язык. Спасибо за все, Ви. Надеюсь, и я тебе однажды пригожусь. Ну, только смотри, чтобы она тебе денег не зажала. Ви, не о чем беспокоиться. Спасибо. Приятно иметь с тобой дело. Я слушаю. Да, в принципе, все. Расскажи мне о пустошах. Я смотрю, у вас... Так, короче, мы уже болтали о пустошах, она там всякую херню не пивала. Закончим позже. Да-да-да, конечно. Привет. Окей. Так, а где там... Погоди. Не понял. Так, хорош. А сколько мне бабла отвалили? Чё-то я так и ни хрена не понял. Точили тут. Пикапчики тут нормально такие. А 49 тысяч. Да нахер я бесплатно возьму, вон он стоит. Охренели что ли, блядь? Навороченную взять. Шансы полноценной войны как 3-1. Это были все главные новости на сегодня. Увидимся в следующем выпуске. Что-то радио у нее не работает. Странно. Так, что у нас тут еще есть дальше? Точил вот этому понятно, чего? Карта. Ну-ка, давайте посмотрим, что это такое. Просканировать. Сейчас просканируем. Всякая, ну это мусорка сопудов. Так, что тут дальше есть у нас? Так, а мы здесь живем. Угу. Понятно, понятно. Так, это задание не работает. Так, здесь что-то есть. Угу. Ну, в принципе, можно здесь и, в принципе, парочку выполнить, кроме вот этого тупорылого. Так, ладненько. Ребят, давайте-то на этом моменте мы закончим сегодняшний стрим. Спасибо, ребят, вам за просмотр, за лайки. Поддержите канал, подписывайтесь. Увидимся на следующем стриме. Пока-пока.